Всем привет, всем доброе утро. Сегодня буду готовить картофельное пюре. Почистила картошку, помыла, порезала примерно вот так на четвертиночки. Буду готовить картофельное пюре. Картошку я складываю в кастрюлечку. Заливаю нашу картошечку чисто фильтрованной водой. Буду варить 20 минут на медленном огне. Когда картошка приготовится, я ее разомну, добавлю растительное масло. И у меня получится замечательное картофельное пюре. Подпишитесь на мой канал, поставьте лайки. До скорых встреч в новом видео.